Хей, okay, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Momodora Rise Under the Morning. Либо Momodora Желание под светом луны. Ну, сорян, если меня не было слышно в прошлой серии, потому что я сейчас посмотрел в OBS, хотя в наушниках игра так же тихо, как была, но по OBS показано, что она орёт. Ладно, мы с вами пришли в подземную гробницу. 46% игры у нас уже пройдено, считайте. Мы получили с вами баф вперед. Не нравится мне это. О, говорить. Чем могу служить? Ясный осколок. Фу, я подумал, я купил. Так, хэм. Действие-то улучшать видимость в темноте. Нет. Жалели жертвы. Увеличит усиливает атаку на 100% при малом здоровье. Окей. Ну, типа у нас фонарик, я не скажу, что так уж темно. А, найс. Но это тоже как-то можно будет потом ломать. Знаете, вот теперь в OBS даже с тихими звуками, то есть оно орёт. Или хотя это может быть только катакомбы, такие громкие. Как вариант. Вау. Летучие мышки. Ау. Порезался. Порезал пальчик. Продолжить. Короче, не ломается, ладно. Сильные враги. Бац. Вау, серьезно? А, ну и снова же я тут не мог. Ну ему. Привет, приятель. Благодарю. Меня бросили сюда, и я уже почти отчаялся. А теперь я могу продолжить поиски супруги. Оба мы умерли давным-давно, но теперь мертвые тянутся обратно в мир живых. Так, многое осталось недосказанными. Я хочу снова встретиться с ней и вместе сбежать из города. Вижу, ты все еще в цели твое платье. Не из наших земель, не так ли? Но это не имеет значения. Не время для чинных... Так. Чинных бесед, когда вокруг такое творится. Так, еще увидимся. Ну, удачи. Прошу, ты должна найти способ меня освободить. Из этого королевства на западную землю мою родину тянутся какое-то заклятие. Пожалуйста, не оставляй меня здесь одно. Прошу, ты должна найти способ освободить мне это королевство. Ты то же самое? Так, похоже, славные времена этого города давно позади. А в эти нелегкие времена никто не помолится и не поберется. Даже все то, что еще сохранилось, скоро сгинет. Это по факту. Походу, мы просто с вами этот... Могу я лучше сохранюсь? Ну блин, понимаете, что значит в данном уровне способность видеть? То есть мы как бы и так видим, да? Но с тем походу предмета мы будем видеть немного больше. А, колокол сломали. Для чего? Не надо, да, чтобы она меня видела? Окей, отлично. И здесь сундук. А,
А, то есть это была ловушка? Окей, найс. Нет, 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 нет. Наверху тоже был проход. Окей, допустим. Ну, типа, тут тоже есть проход. Давайте в эту сторону. Ну, здесь хотя бы показано... А, ну я в воде тоже могу дефаться, это довольно выручает. Но она все равно в каких-то моментах падает как камень. Заперто. Я просто могу подниматься. Да и все. Типа, это же мне никто не запрещает. Вот это был опасный момент, потому что, в принципе, я никуда так не мог пролезть. О, рыбки. Здорово. Главное не ошибаться насчет отражения. Ну, смотри. Типа... Ну, ладно. Наверное, изначально мне нужно было сюда идти, да? Колокол. А, колокол, и погнали в эту сторону. Чувствую босса. Хотя нет. Пойдем куда-то. Ладно, пускай она пройдет, мы ее сейчас быстренько в спинку насадим. Так, а, то есть ты меня видишь даже так. А, то есть... То есть ты меня вообще видишь. О, тихо. Ну, как бы я могу с одной стороны там пройти. Я уже прошел. Пустое место. Классно. Ну, здесь я мог, в принципе, пролететь. Оп. А, ворота открылись. Блин, мне кажется, лучше отхилиться. Благодарю. Благодаренчик. Короче, нужно использовать... Ай. Ребят этих. Потому что благодаря им я смог себе сократить путь. Ладно, ну это меньше, чем он бы нанес мне ударом. Так, теперь наверх пойдем. Бить, бить, бить. Не давайте шанса. Найс. О! Я понял. Я не понял. Почему так сложно? За что так сложно? Окей, хотите сказать, наверху было бы что-то. Найс.
Представим на секунду, что да, там что-то должно было быть. И это могло быть, допустим... Бля, не, нужно, если... Вот так получилось, нужно было эту сразу убить. Блин, ну... Босс сильный. Типа, вы сами видите. Я могу единственное, это заряд супер сделать и все. Чё? Чё-то мне это не нравится. Окей, давайте представим, что я пошел. Стой, а почему я именно в эту сторону иду? Там что, тупик был? Нет, там снизу есть проход. Просто даже здесь есть сам проход. Но это тупиковый проход, единственное. А, точно. Ой, немножко вниз. Немножечко вниз. А, так стоять. Ладно, давайте вниз. Просто вода брызнула. А вдруг тут тоже есть босс водяной? Нет, здесь был жучок. Получен, получен ключ от сада. Неплохо, неплохо. Сада это неплохо. Я вам скажу даже. А что у нас справа? Там тоже закрыто было? Я что-то не понимаю. И ведь... Правду, хер вспомнишь. Ладно, я могу наверх. Мне нужно... Я не помню. Честно, я не помню. Ладно, давайте пробовать босса убить. Типа... У меня не так много вариантов. Да, я могу просто пролетать сквозь удары. Ай. Ой. Надо бежать. Нужно не дать ни одному снаряду по мне попасть. Не дать одному хотя бы снаряду по мне попасть. А то будет потом мне плохо. Или мне уже плохо. Бац, 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 бац. Бац, бац, бац. Я понимаю, что это сложный босс. Вот этот рели сложный.
Потому что он меня просто угробил лазером. Тупая тень. Ну вот, видите, то есть... Хотя... Возможно, он не такой уж и сложный. Или нет? Ну, то есть нельзя жадничать, а то он может меня сцапать. Это он волков создает. Ну, он волков создает. Он тут надоел. Так, а здесь лучше... Я не помню, что он делает. Я понял. Босс легкий. Не, типа, реально босс легкий. Потому что... Он, в принципе, ничем не опасен. Типа, да, я сам виноват. То, что на него полез. Ну, и не больше. Вот это только могла девка помешать в этом процессе. И вот эту херь нужно убрать. Или он не мешал бы. Не, он бы мне не мешал, ладно. Ну, типа, он кусается. Вот это что вот было только что? Теперь понял. Ну, чисто если... Знать, какие у него атаки. И, типа, вот он исчез. Ой. Да, это опасно. О, а вот это очень опасно. Ну, походу, здесь все можно делать, танчить. Потому что через них можно пролазить. Все. И он типа танцует. Танцы, танцы. И упал, все, он умер. И что мы сейчас делаем? Конечно же, мы пойдем об... Хотя, не, давайте я немного пройду вперед. И да, здесь колокол. Давайте еще пройдемся. Что это? Вы нашли часть эмблемы, она дарует способность заражать выстрелы быстрее. Ну.
Я бы не сказал, что это такой уж плохой предмет на самом-то деле. Только теперь куда мне... Подождите, сады, 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 сады. А, я вспомнил где-то. Ладно, сейчас сходим. Сейчас сходим. Ну, единственный минус это то, что... Отмена. Нет. Отмена. Это то, что я не могу потом там пройти. Сады. Подожди. Так, часть эмблемы. Ключ, так, позволяет ОВСВ в воздухе. Часть эмблемы с гербом нынешнего героя Карста. Необходимо, так, собрать 4 части эмблемы, чтобы пройти к дворцу воротам. Ключ золы. Ключ от золы, золы. Так, простройка к Эсселинскому монастырю. Где-то там в этих залах хранили кадильцы. Но после пожара эти залы заперли для безопасности. Я понял, где там. Ключ от сада. Ап, нам ключ от сада дали, точно. Замшевый ключ. На нем что-то... Так, выгравировано по карсте. Ну, почти не разберешь. Часть эмблемы. Часть эмблемы с гербом нынешнего короля Карста необходимо. А, это одно и то же, короче, время. Ну, тогда что у нас получается? Погнали в сады. Только сады остаются. Короче, не буду я больше громче делать, то Рилли, вдруг вы меня плохо слышали из серии. Так, только теперь понять, куда мне идти. Тогда сходим сначала сохраниться. Да? Да. А я могу через там, через верх пойти? Интересно. А, так я могу и так делать все. А, нет, я здесь не поднимусь, зря я его заюзал. Ну, чем хорош магнит? То, что я могу доставать то, что нельзя, в принципе, достать. Так, ладно, погнали наверх. Блин, мне бы тройной прыжок, либо полет. Вообще бы не помешало. Что у нас с этой стороны было? Ага, там проход. Я не пойму, что там за проход. Я не помню, что там за проход. Так, вперед. Вперед, вперед, вперед. Вниз мне все равно не попасть, в принципе, потому что там нужно быть карликом. В принципе, как и здесь. А нет, от садов. Вот, оказывается, ключ где от садов. Ах ты ж. Ах, здравствуй, чем могу служить? Должно быть, заметила, что на городе пало отвратительных проклятий. Это кладбище ушло вниз под землю, и теперь искатели духа там мертвых. Теперь мы ее растительницы увяли, и вот что от них осталось. Еще одних редких насекомых, матовых жуков. Если ты так вдруг найдешь их, прошу, принеси их мне. Я отправлюсь. Так. Я отплачу тебе, чем только смогу. Мне кажется. Ах, ты нашла того жучка, о котором я просила. Вот это тебе благодарность. Прошу, если тебе не. Так, в тебя готов, можешь принести мне еще. Я вдруг долго не останусь. Прошу, если тебе еще. Короче, за них просто дают денежку. А, вот это тупое место. Ну, давайте рискнем. Рискнем, у нас типа хила фул. Фул хил. Пойдем вниз. Смотрите, я ниже спускаюсь, и у меня проценты прибавляются.
О, тихо. Думаю, скорее всего, пригодится. Давай вниз сначала. Теперь наверх. Моя милость, Сесилия. Мне главное, чтобы потом в печальность не ушел и не стал в виде босса. Вот это будет немного обидно. Ну, давай сюда пока что. Ладно, хил. Нет, сначала в эту сторону. Пройдем. А теперь пойдем в другую сторону. Ну, жучок, вот опять. Там есть жучок, но я его достать не могу. О, колокол. Not bad, not bad. Так, опять вода. Ну, мы сейчас пойдем в другую сторону. Да, я могу просто слышать и все доджить. Да и все. Типа, why not? Вот теперь пойдем сюда, вниз. В принципе, несложно. Деньги дают. Ноль проблем. Давайте в эту сторону. Ладно, что у нас в этой стороне? Там тоже кто-то что-то взрывает. О, здорово. А чем могу служить? Ух ты, мутный жемчуг. Отправлять стрелы. Слушай. А неплохой предмет, я на него насобираю. Блин, давайте сюда. Мне, блин, бы улучшение для этих. Ладно, сейчас попробую. Ах ты, зараза. Блин, он меня коснул. Это плохо. Ну, смотрите, нам мы наносим больше, так получено. Ух ты, колокольчик. А, я думал, это колокольчик, я думал, это эти. Окей, колокольчик. Тупой прыжок. Блин, я прыжок нажал. Сука. Да не, слышите, это очень полезная вещь, типа. Плюс два колокольчика. Где вы еще найдете колокольчики? Правильно, нигде. Только здесь. Нельзя больше нигде колокольчики найти. И плюс мы получаем плюс два колокольчика, замечу. Замечу, плюс два колокольчика. Я понимаю, если бы там был просто плюс один, но это плюс два. Это как пять, но плюс два. А куда я лезу, если уже время закончилось? Ладно, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем спасибо за просмотр. И пока.